Всем привет! Девочки, хочу вам сейчас показать маску увлажняющую. Ее функция в основном идет увлажнение, особенно сейчас зимой, и нам, ой, как это надо. Значит, это мандариновая маска, которая готовится элементарно и заменяет очень дорогие аналоги крема, я вам скажу. Так что у меня мама уже на себе ее проверила. Поэтому решила вам показать. И сама начну пользоваться. Так, и для приготовления нашей чудо-мандариновой маски нам понадобится 3 мандарина, 5 столовых ложек овсянки, 3 столовых ложки сметанки, можно 3 столовых ложки взять меда. Но мед аллергенный, и не всякая кожа воспримет его. Поэтому по совету косметолога, к которым обращалась моя мама, я заменю это на один желток. Итак, сейчас начнем творить чудо. С чего мы начинаем? Мы очищаем наш мандаринку на дольки, удаляем все семечки и дальше включись. Так, ну вот мы отделили мандаринки на дольки, убрали семечки. Дальше мы в мандаринке разбили один желток. Сейчас будем добавлять 3-4 столовых ложки сметанки. Так, добавили сметанки и добавили 5 столовых ложек вот такой вот среднего помола овсяночки. Дальше мы берем блендер вот с таким вот наконечником и хорошо эту смесь взбиваем до состояния такой жидкой сметанки. Так, ну вот я чуть-чуть сбила. Сейчас буду взбивать до однородной консистенции. Так, неудобно одной рукой, как вам показать. Сейчас. Ну, вот так вот взбиваем. Так, ну вот и после взбивания мы перелили ее в чистую баночку. Вот такой вот консистенции она получилась, такая вот смузи, вот, жидкая сметанка. Мы закрываем крышечкой и отправляем в холодильник. Значит, наносим на чистое личико на 10 минут, на ручки, тело, ножки на минут 20. Ее много не надо, потому что она жидковатая, хорошо впитывается и очень хорошо увлажняет. Так что, чтобы быть красивыми, много средств не надо. Так что всем спасибо за просмотр. Повторите эту масочку. Я думаю, она вам понравится. Всем пока-пока!